Да, Грета у нас ждет знакомиться. Но что-то боюсь я ее еще знакомить. Надо будет в клеточку посадить. Вот она в уголочке любит поспать, на платочке пуховеньком. Да, кися? Кися? Вот посмотрите, как Грета реагирует. Как Грета реагирует. Пока сидит, молчит. Но глаза злые у нее. Смотрит. Интересуется. Смотрит. Нельзя, Грета. Скажи, это что там за монстрик смотрит? Монстрик смотрит. Но она уже этот. То она прям кидалась на вот эту решетку. Прям ужасно кидалась. А сейчас она уже, я думаю, сегодня второй день как котенок. Она уже более или менее как-то спокойно реагирует. Я так думаю. Да, Грета? Кися маленькая у нас, кися. Кися маленькая. Кися, видишь, какая маленькая у нас? Сима это. Это Сима у нас. Это Сима, Грета, у нас. Пока реакция вот такая. Ну, мне уже намного больше нравится эта реакция, чем была, допустим, вчера. Вчера она совсем никак не хотела воспринимать. Уже вот любопытство или что это я пока не знаю, но она еще и облизывается языком. Пока знакомство у нас происходит вот так. По-другому пока еще никак не могу. Побаиваюсь. Все равно вот агрессия в ее поведении немножко присутствует. Поэтому пойдем, Симочка. Все, Грета, познакомилась чуть-чуть. Хватает пока. Пока хватает. Буду потихоньку знакомить, да, Белочка? Да, Белочка? За Белочку вообще не переживаю. Белочку, киса не хочет никак. Фыркает. Что там, Белочка? Идем. Встает на дыбы на Белочку. Но Белочка хочет играться, играться хочет. Ну ничего, я думаю, все будет нормально.